Здравствуйте, друзья! Новый Иерусалимский монастырь в 1656 году основал его Никон. После посещения Иерусалима, Иерушалайма, его так впечатлила гроб Господень и гора, на которой расположен храм, что он решил построить это все в Москве. То есть сделать свой Иерусалим здесь. Но дело в том, что он это делал по образу и подобию иерусалимских храмов. Но здесь два момента. Первый, он это сделал, есть такая вероятность, что он хотел повторить гроб Господень в Иерусалиме. А второй, это храм Соломона. И получается то, что на Истрии расположен вот этот вот храм, название которого соответствует названиям Иерусалима. Здесь есть своя Голгофа, свои Ефиманский сад там и так далее. Так далее. То есть полностью все спроецировано так, как будто мы находимся в Иерусалиме. И это действительно потрясающе, потому что такое вот архитектурное сооружение, которое повторяет полностью все иерусалимские вещи, в России больше нет. Это расположено под Истрой, вот там как раз за моей спиной как раз идет колоссальный обрыв. Это все насыпь где-то метров 5-7 подняли над землей и построили на этом месте храм. Собирались крестьяне со всех областей, со всех мест, которые только были, сейчас я пройду, со всех мест, которые только были, и строили огромное количество людей. И здесь даже ходили слухи, что крестьяне от непосильного труда помирали и их сваливали на Голгофу. Но цель оправдывает средства. И когда на открытие приехал Алексей Михайлович, царь, и он как раз посмотрел это, удивился. И это он впервые назвал это место Новым Иерусалимом, которое было закреплено на кресте, написали Новый Иерусалим его фразу. И как раз это название получил Новый Иерусалим. Вначале это было название не Новый Иерусалим. С вами Константин. Посмотрите экскурсию. Это действительно очень интересно. Если сейчас в период ограничений вы не можете поехать в Израиль на гробу Господню, пожалуйста, вот вы можете посетить это место, посмотреть. Выбирайте будний день, проехать очень достаточно просто. Здесь вот главный вход находится вот за этим храмом. С противоположной стороны, вот вы объезжаете храм, там есть бесплатная парковка огромная. И вход. Вы можете совершенно спокойно припарковаться, ехать от Москвы минут 40. Так что все достаточно просто и удобно. С вами Константин. Новый Иерусалим. Небольшая экскурсия.